2016 году Центробанк России выпустил монеты разных номиналов, и до сих пор мало кто знает, какие входят в десятку самых дорогих монет России этого года. В описании видео используйте кликабельное содержание. Открывая десятку нашего рейтинга, золотая монета номиналом в 50 рублей, выполненная в качестве пруф. Памятная монета, посвященная 175-летию сберегательного дела России. Тираж составил всего лишь 700 экземпляров. Оценивается такая монета в 40 тысяч рублей. Стоимость металла, то есть золота на сегодня, по котировкам 18 168 рублей. Девятое место у нас расположилась серебряная памятная монета номиналом в 100 рублей и весом в 1 килограмм. Выполненная в качестве proof like, посвященная также 175-летию сберегательного дела России, серебро 925 пробы и тиражом 170 экземпляров. Цена такой монеты составляет 90 тысяч рублей, стоимость серебра в монете по котировкам на сегодня 31 800 рублей. Восьмое место. В августе 2016 Банк России выпустил несколько памятных цветных монет серии «Алмазный фонд России». И вот одна из них с изображением большой императорской короны в специальном исполнении. С номиналом 25 рублей, выполнен в качестве пруф, серебро 905 пробы и достаточно низким тиражом, всего лишь 150 экземпляров. Стоит такая монета сегодня 121 тысячу рублей, стоимость серебра по котировкам на сегодня 4945 рублей. На седьмом месте рейтинга расположилась серебряная цветная монета, посвященная ювелирной фирме Сазиков и серии «Ювелирное искусство в России». Монета номиналом 25 рублей, выполнена в качестве пруф и серебра 905 пробы и тиражом 150 штук. Кредитные организации, банки предлагают такую монету за 150 тысяч рублей. Стоимость серебра в монете по котировкам на сегодня 4945 рублей. Шестое место рейтинга занимает еще одна цветная монета из серии «Алмазный фонд России». Памятная монета, выполненная в качестве пруф из серебра с изображением скипетра и державы в специальном исполнении, номиналом в 25 рублей. Санкт-Петербургский монетный двор очеканил всего лишь 150 таких экземпляров, поэтому цена на нее сегодня 174 тысячи рублей. Стоимость металла, то есть серебра, а это 155 грамм, составляет 4945 рублей по котировкам на сегодня. На пятом месте рейтинга еще одна цветная монета из серии «Алмазный фонд России» с изображением святого апостола Андрея Первозванного. В специальном исполнении монета номиналом в 25 рублей и серебра 925 пробы в качестве пруф. И низким тиражом всего 150 экземпляров. Оценивается такая монета в 185 тысяч рублей. Стоимость серебра в монете 4945 рублей по котировкам на сегодня. Четвертое место заняла монета весом в 3 килограмма с небольшим, с изображением Новодевичьего монастыря в Москве. Номинал 200 рублей, выполненный в качестве proof like, серебро 925 пробы и тиражом 150 штук. Стоит такая монета сегодня 310 тысяч рублей, стоимость серебра в монете по котировкам на сегодня 95 400 рублей. Почетное третье место рейтинга заняла золотая монета весом в 1 килограмм, выполненная в качестве proof like с изображением Новодевичьего монастыря в Москве. Номинал монеты 10 тысяч рублей, тираж очень скудный, всего лишь 35 экземпляров. Кредитные организации, банки оценивают ее в 4,5 миллиона рублей. Стоимость золота по котировкам на сегодня 2 миллиона 335 1226 рублей. Второе место рейтинга занял еще одна монета, золотая, весом в 1 килограмм, посвященная 175-летию сберегательного дела в России, номинал которой 10 тысяч рублей, выполнен в качестве proof like. Монета выполнена из чистого золота 999 пробы, тиражом 35 штук. Оценивается такая монета сегодня в 5 миллионов рублей. Стоимость золота в монете по котировкам на сегодня 2 миллиона 335 тысяч 226 рублей.
Замыкает десятку нашего рейтинга монета, занявшая первое место. Золотая инвестиционная монета весом в 5 кг чистого золота, выполнена в качестве Proof-like, посвященная 175-летию сберегательного дела в России. Самый высокий номинал из существующих — 50 тысяч рублей. Санкт-Петербургский монетный двор изготовил всего 15 таких экземпляров. Редкая монета размером в чайное блюдечко, выполненная по заказу Сбербанка, была выставлена на продажу в экспо-форуме с ценой в 50 миллионов рублей. А однако несколько позже цену снизили, и сегодня такой раритет оценивается в 47,5 миллионов рублей. Стоимость золота на сегодня по котировкам составляет 11 миллионов 676 тысяч 900 рублей.